Автор Алишер Жалымбаев. Категория «Здравоохранение». Здравствуйте. Прошу дать разъяснение по правам донора. В частности, если донор сдал кровь в нерабочий день, в субботу, то сохраняется ли за ним право на два оплачиваемых выходных дня в соответствии с пунктом 1 статьи 167 Закона о здоровье народа и системе здравоохранения? Здравствуйте. В дни медицинского обследования и донации крови и ее компонентов работник, являющийся донором, освобождается от работы работодателем с сохранением за ним средней заработной платы. Также в случае, если по соглашению с работодателем работник, являющийся донором в дни донации крови и ее компонентов, приступил к работе, ему предоставляется по его желанию другой день отдыха с сохранением за ним средней заработной платы, либо этот день может быть присоединен к ежегодному трудовому отпуску. До 2013 года донор у нас отдыхал один день, только в день сдачи крови или если он в этот день возвращается к работе, значит, по согласованию с работодателем, он мог купить этот день, ну, взять его в течение года, присоединить к отпуску или в какое-то другое время получить. А в 2013 году мы внесли изменения, которые вот по нашему представлению могут содействовать развитию безвозмездного донорства. И мы внесли вот такое предложение, и правительство нас поддержало. Теперь донор имеет право на два рабочих оплачиваемых дня с сохранением средней заработной платы.